В эти выходные в Тверской области пройдет всероссийская акция «Серая шейка-2021». Ее цель – узнать, какие виды пернатых остаются на месте, собрать данные об изменении их численности и регионе обитания. Это один из индикаторов экологической обстановки и состояния водоемов. А у жителей Тверской области есть уникальная возможность присоединиться к подсчету зимующих на нашей территории водоплавающих птиц. Как принять участие в подсчете пернатых, узнала Наталья Чекит. Многие утки, проживающие на территории городов, не спешат покидать место своего обитания, чтобы провести зиму в теплых странах. Так, в Твери на набережной Афанасия Никитина и в сквере имени генерала Ниловского всегда можно встретить этих пернатых. Кряква зимует здесь не первый год и чувствует себя вполне комфортно, что неудивительно. Ведь под крылом всегда есть еда. Горожане всегда готовы накормить уток. И чтобы вести учет всех оставшихся на зимовку водоплавающих, Союз охраны птиц России с 2014 года проводит утиную перепись, в том числе в Тверской области. Зачастую подсчет ведут орнитологи, но им не под силу охватить все места зимовок птиц. Поэтому им помочь в этом могут жители Верхневолжья. Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо в субботу или воскресенье выйти на улицу, взять с собой фотоаппарат, блокнот и ручку и записать туда свои наблюдения. Чтобы произвести учет пернатых, надо посчитать их общее число на месте обитания. Отметить, есть ли среди них утки с необычным окрасом. Эта информация интересна для ученых, которым в последующем будут передаваться данные. Кроме того, посмотреть, какие птицы еще обитают рядом и какие между ними взаимоотношения. И в конечном итоге посчитать число самцов и самых, которых вполне легко отличить. Мы видим, что есть уточки пестренькие, невзрачные. Это девушки. У птиц на самом деле немножко не так все, как у людей. У них наиболее богатым и красивым передним отличаются особи мужского пола. Есть, конечно, аберрантные, так называемые особи, я думаю, что каждый из нас их видел и обращал внимание. Это утки кряковые очень темного окраса и с белым пятном на грудке. По словам Надежды Медведевой, координатора проекта, мониторинг массовых видов птиц и местных обитаний имеет и практическое значение. Данные об изменениях численности и размещения птиц могут служить индикаторами изменения экологического состояния водоемов и окружающей среды. А для волонтеров акции учет пернатых – это прекрасная возможность познакомиться с зимующими водоплавающими своего региона. Если мы ежегодно в течение долгого времени будем наблюдать за одними и теми же точками, отмечать численность, да, можно сделать вывод о том, насколько данная окружающая среда, данное место обитания изменяется в лучшую или в худшую сторону. Все полученные данные после проведения подсчета необходимо занести в специальную форму, которую можно найти на официальном сайте ВКонтакте «Зимний учет водоплавающих птиц 2021». Дальше эту информацию будут обрабатывать уже ученые-орнитологи. Организаторы проекта напоминают всем будущим участникам акции об этичном и бережном отношении к птицам и не только во время подсчета, но и в повседневной жизни.